В копилке заслуженного мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Семенова очередная медаль, на этот раз олимпийская. Одинцовский борец завоевал бронзу в весовой категории до 130 килограммов и принес России 50-ю медаль на Олимпийских играх в Токио. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил Семена с блестящим результатом и его второй олимпийской медалью в карьере.